хочу рассказать вам о документах, которые там требуются. Вам для того, чтобы взять вообще работу, нужно книжка Санэпид, легитимация студентская, паспорт. В принципе, все. Единственный момент заключается. Легитимация студентская. То есть, если вы приехали сюда, вы учитесь политех, да, и вам еще не выдали эти легитимации, вы можете взять засвечение с вашей учебы и принести просто им, чтобы они могли переписать данные, что вы действительно являетесь студентом. Книжка Санэпид. Книжка Санэпид делается от 10 до 2 недель. То есть вам нужно будет сдать анализы, потом вы идете на рентген, также вас осматривает врач. Стоимость книжки от 100 так, до 180 злотых варьируется, смотря где вы будете делать, потому что есть такие варианты, что вы анализы сдаете в одном месте, а врач осматривает вас в другом месте. Вот, поэтому, я же говорю, варьируется вся стоимость. Вы приходите туда. Как вообще получить эту работу? Приходите в саму фирму и вписываете, получается, ваши дни, в которые вы можете работать. Эта фирма, есть такой большой плюс в этой фирме в том, что вы имеете там гибкий график. То есть вы пишете, если у вас учеба с понедельника по среду, да, и в конце там в пятницу 2 часа, вы выбираете, в какие дни вы можете работать, указываете там. Также вы пишете все ваши данные, номер телефона, также ваши плюсы, допустим, категория вождения у вас есть, ну мало ли, где-то понадобится, да, вот вы будете прям идеальным кандидатом. Вот. В этой фирме требуется хотя бы минимальное знание языка, то есть вы хотя бы должны знать на минимальном уровне, чтобы могли представиться, какие-то числа хотя бы до 10, чтобы объяснить, то есть чтобы вы не выглядели глупо, потому что в основном, если вы не знаете языка, вам просто работу не дадут. Фирма сотрудничает с фабриками и магазинами. Как происходит сам процесс, допустим, магазина работы? Чтобы пойти в магазин, вы обязаны, вот вы получаете смс-ку, вы приходите туда, в эту фабрику, о том, что, допустим, послезавтра вам нужно на работу. Подписываете договор, вам дают листик А4, умова, и дают вам пример, как писать. То есть, если у вас проблема с письмом, вы просто переписываете, вставляете ваши данные, и то есть это все подходит. Одна копия остается у вас, одна копия вы отдаете. Вам дают рапорт, там, где такой листик будет в клеточку, где каждая дата написана, вы вписываете ваше имя, фамилия, место, где вы работали, и месяц. То есть, как выглядит? Вы, допустим, работаете первая смена, да, с 6 до 2. Вы записываете, допустим, это мясо, да, там вы работали на мясе, либо это касса, и ставите со скольки до скольки. И в конце этой смены вы обязаны получить от главной кассы, допустим, либо у керовника отдела подпись. Чтобы с этим рапортом в конце месяца, обязательно последние дни месяца, то есть если вы работали 30-го, этого 30-го же и нужно сдать. То есть самый последний день, ну, 29-е, 30-е, допустим. Либо да? Вы не получите зарплату. Либо вы просто не получите зарплату. Вы отдаете этот график, и далее вы не сразу получаете эти деньги. Если сегодня с 1 сентября, и вы работали до 30 сентября, вы сдаете рапорт 30-го, да? Они, допустим, работают с понедельника по пятницу, то есть вам тоже надо успеть попасть в эту пятницу. Либо же вы должны с ними договориться заранее, что если сегодня, допустим, 30-е будет воскресенье, а вы работаете в субботу, а их нечинная, да, замкнента фирма, вы можете, чтобы вы смогли принести это все в понедельник. Но об этом нужно с ними заранее договориться, потому что вы останетесь, опять же, без денег. Вы приходите в октябрь, в середине октября, это получается вторая неделя месяца. Желательно так под конец, то есть среда, четверг, пятница, второй недели месяца. И подписываете, получается, договор о том, что вы получаете эти средства. Вам дают листик с вашим именем, фамилией, где вы работали. Вы пишете подпись вашу, дату, город. И там, получается, если вы заработали 1000 злотых, допустим, вам отнимают минус 4 злотых, вам отнимают всегда, как бы за обработку ваших данных. И вы далее получаете вашу зарплату, если вы подписали 12-го. Вы получите ее после 20-х чисел. То есть вы поработали с 1 сентября по 30-е, а получите зарплату в конце октября. Как-то так. Но это, скажем так, во всех есть фирмах затруднения, но зато вы получите эти деньги, так что их не плюс в том, что график гибкий. Если вы студент, то есть проще пойти туда и иметь хоть какие-то деньги, потому что стало вас вряд ли где-то возьмут. Плюс, если вы первоначальный, первый-второй год приехали, у вас проблемы с языком, это будет для вас большой плюс. Для того, чтобы попасть в сам магазин, вам должны выдать футболку. То есть футболка такая идет с лейбой фирмы, спереди и сзади. То есть без нее вас не пустят. Если вы не пришли на работу, у вас будет 250 злотых за неприход. То есть если вы заработали, ставка на данный этап является 11 злотых и 7 грош за час. А если вы не приходите на работу, вы могли бы заработать 90, а получаете кару 250.
Также опаздывать нельзя, если вы имеете опоздание, по-моему, повыше получаса, вы тоже получаете эту кару. То есть все должно быть четко собрано, потому что вы сами понимаете, работать в минус для себя не сильно кому хочется. Далее вы имеете смену, допустим, вашу с 6 утра до 14 часов. Это первая смена. Вы приходите в магазин, желательно за 5-10 минут, чтобы успеть привести себя в порядок. Это обязательно должны быть длинные штаны, то есть ни в коем случае ни шорты, ни юбка. Да? Ваша обувь, если это магазин, это ваша обувь, какая вам удобна, но также она должна быть закрытая. То есть если это лето, никого не волнует, что вы хотите быть в вьетнамках, так не должно быть. Все должно быть по правилам. Как происходит? Вы заходите через черный вход к охране. Охрана проверяет полностью ваши вещи. Ну, как бы вы показываете вашу сумку, при каких-то подозрениях она может попросить вас достать, да, что-то. Вы вписываете ваше имя, фирму, отдел и время, сколько вы заходите. Перерыв. Перерыв на обычных отделах 15 минут. Если вы работаете на кассах, это где-то так около получаса будет. Но как бы там может варьироваться в зависимости от того, сколько времени вы работаете на кассах. Потому что если до 8 часов, в основном это является 15 минут. Вот, то есть когда вы выходите с работы, вы тоже вписываете ваши данные, во сколько вы вышли, показываете этот же, ну, рюкзак, да, сумку, что у вас есть. Также охрана имеет право попросить вас сделать досмотр. То есть она просит вас зайти внутрь, вы показать все, что у вас есть в карманах, и также подписаться, если у вас ничего все-таки не нашли. Да, не пугайтесь, дай бог, это да, нормально. Да, не пугайтесь, это нормальная ситуация, не проверяют через одного, потому что всякое может быть. Вот, то есть это у вас закончена смена. Хочу рассказать вам также за кассой. У меня была такая ситуация. В первом году, да, магазин Ашан называется, такой прекрасный, когда я получала поставки 6 злотых в час, то есть я работала. И представьте, да, 6 на 8, 48 злотых, а я получила кару 80 злотых. Как бы было обидно, я человек такой щепетильный к деньгам, который полностью все до грошика пересчитывает. Я получала сверху, то есть мне люди доставляли мелочь, да, какую-то. Ну, как в основном у нас тоже так делают, да. Нашла также 10 злотых, то есть я все вложила туда в касатку. Когда я сдавала все деньги, у меня тоже все было четко, ничего не выпадало, то есть я за этим щепетильно смотрела. В конце месяца мне дали, когда вот этот листик, что я вам рассказывала по поводу подписи, у меня было написано внизу минус 80 злотых. Как вы знаете, 6 злотых в час немножко обидно. Я разозлилась, и я пыталась понять, за что это все. Я спрашивала фирмы, мне сказали, был недосчет денег. Ну что значит недосчет? Я поехала в Ашан и узнала, что в этот день, получается, это были перед новогодние праздники. То есть люди скуплялись, было много покупок, большие очереди. Я меняла деньги в банке. И этот банк, получается, немножко нахитрил, потому что где-то недосчет, где-то украли, где-то кто-то съел по дороге. Знаете, там булочку взяли, пока до кассы дошел, пакетик выкинул, а булку съели. А на кого все спихнуть? На студентов. И спихивают на студентов, на кассиров, кидают и минусы. И поэтому я получила такой большой минус. После этого я больше на кассах работать не хочу, потому что если на отделах вы работаете просто, и вы не принимаете деньги, вы отвечаете за отдел только, а если на кассах, то может быть такие проблемы. Также хочу рассказать вам за саму футболку, которую я говорила немного ранее. Что футболка? Если вы получаете футболку 1 сентября до 30 сентября, да, вам она дается на месяц. Вы в ней ходите, потому что у вас есть умова. Также вы подписываете листик о том, что вы получили футболку. И если вы не хотите больше работать, да, и вы принесли эту футболку 1 числа, вы будете обязаны либо же заплатить за эту футболку на месте, либо же в основном, если вы уже работали и заработали, допустим, 90 злотых, с вас будет просто высчитано минус 30 злотых. То есть, а если вы пришли туда, допустим, вы хотите работать дальше, вы говорите, я продлеваю умову, что мне делать с футболкой? Потому что я за нее платить не хочу. Я хочу, допустим, в дальнейшем ее вернуть вам. Тогда вам либо же в течение часов она аннулируется, то есть вы получите ее в подарок. У них есть, можете спросить, кстати, в разной фирме по-разному. Определенное количество часов требуется, чтобы получить эту футболку бесплатно. То есть она остается у вас навсегда. Либо же вы говорите просто, что когда я могу ее вернуть, чтобы не получить кару. То есть вам придется, скорее всего, подписать еще одну умову о том, что вы эту футболку вернете до какого-то числа. Далее, эта футболка у вас есть, вы идете на фабрику, да? Вам дают смс-ку, приходят с фабрикой. Также штаны, волосы собраны. Большое хочу сказать вам такое на будущее пожелание. Снимайте все украшения и оставляйте их дома. Ногти тоже. Ногти тоже. Для девушек никаких лаков. Никаких там, даже не просто лак, гель-лак у вас есть,
Пошли срезали, это никого не волнует. Ресницы. Даже если вы берете на день-два дня, да, работу, ресницы. Тоже ресниц быть не должно. Парни, у вас бороды не должно быть. Слава богу, что к этому цепляются не во всех фабриках, но есть такие, которые цепляются к бороде. Слава богу, некоторые фабрики уже додумали из-за того, что они выдают такие специальные чехольчики, знаете, как одевают тут на повязку, да? То есть такая самая только идет на бороду. Никаких колец в ушах тоже у парней быть не должно, к этому тоже цепляются. Ногти длинных тоже, кстати. Вот, следите за этим всем. По поводу шкафчиков, как вы пришли, договорили, допустим, я говорила вам за магазины, договорю до конца, пропустила момент, извините, пожалуйста. Нужен, у меня была такая ситуация, что я пришла в магазин, в другой, и мне сказали, что меня не возьмут, что я должна оставить все свои вещи в шкафу, вот. А шкафы не закрывались. А я пришла первый день, и у меня как бы была такая стопочка документов, знаете, там мне сказали первый раз взять паспорт, взять книжку, телефон. Мне сказали, я должна оставить это там. Ну как это я оставлю в пустом шкафу, где кто угодно возьмет мои документы, но это огромная глупость. Слава богу, я пришла на полчаса раньше, я побежала в тот самый магазин, и слава богу, повторю, это была вторая смена. Я купила себе замок за свои же деньги, нигде это не писалось, то есть, что мне нужно будет какие-то дополнительные замки, то есть, либо о том, что фирма мне это оплатит, либо что мне дадут его, никто ничего не говорил. То есть, я пошла в минус себе же этими деньгами, купила замок, чтобы мои документы просто были в порядке. Хотелось взять с собой телефон хотя бы, ну, большинство ходит с телефоном, это, ну, логично. Мне запретили, то есть, мне заставили выворачивать все карманы и запретили брать с собой телефон, то есть, мне пришлось оставлять его в шкафу, переживать, нервничать, что все было в порядке. В общем, такие моменты довольно печальные. Возвращаемся к фабрике. Фабрика. Для того, чтобы пойти на фабрику, вы должны подписать новую мову. То есть, если вы в одном месяце работали, я, ну, люблю сентябрь, в сентябре вы поработали 2 сентября, допустим, в магазине, 10 сентября вам предлагают пойти на фабрику. Большой совет для вас. Берите один пробный день. Если вы возьмете много, не дай бог, там будут люди, которые не скажут вам нормы, либо просто которые будут наезжать, потому что... Плохой персонал, одним словом. Да, в основном на фабриках работают люди, которые истощенные уже. И они... Жизнью. И жизнью, да, и они озлоблены почему-то на студентов. А если вы еще придете первый раз, то это вообще будет. Поэтому советую вам брать для начала один день пробы. Вы приходите в Teamwork, да, подписывать вторую мову. Получается, подписывайте все те же самые данные, у вас остаются, так само вам умова, им умова, вы уже имеете две. Вам дают ботинки вашего размера, какие вам нужно. Также вы подписываете, как и за футболку, сколько вам надо часов и сколько там и так далее. Если вы не отрабатываете также определенное количество часов, вам будут ставить минус, по-моему, 100-120 злотых за ботинки, если вы не отрабатываете количество часов, либо не возвращаете. Расскажи о самих ботинках, какие они себя? Ботинки такие наподобие как берцы, они высокие будут. Тяжелые. И носок, получается, в чем их большой плюс? Если это фабрика, противоударный. У них носок металлический. То есть, если вам что-то все-таки упадет на ногу, то нога выживет, хотя бы выживет. Но девушкам тяжело. Девушкам тяжело, да, это вес такой. То есть, вообще, если вы что-то там кофе тягаете, не тягаете, у вас вес идет на ноги, то есть ноги все равно устают под конец дня. Они тугие, то есть нога, если это лето, еще потеет, к сожалению. Но такие вот ботиночки, но, по крайней мере, вы будете знать, что ваша нога останется жива в любом случае. На фабриках вам выдадут перчатки, на всех фабриках выдают. Так само вы подписываете, когда входите, подписываете, когда выходите, вам проверяют. Кстати, на фабриках в основном вам проверяют документы, кто вы, соответствуете ли вы личности. В магазине это бывает через раз. Вот, очень хорошо, когда на фабриках вам скажут нормы. Если вам не скажут нормы, то вы можете попасть в такую ситуацию, что вам подойдут за 2-3 часа и скажут, вы не выполнили нормы, как бы мы можем позвонить как-то, пообщаться с тимворком, связаться, да, чтобы тебе не выплатили зарплату. Это как бы не должно вас волновать. Вы должны говорить единственную фразу. Мне эти нормы никто не говорил, если вам так вправду никто не говорил. То есть вы должны, когда приходите, самое главное, не забывать о том, что спросить, а какие тут нормы, сколько я должен выполнить хотя бы. Если это нет норм, то есть очень прекрасно, вы делаете вашу силу, вам люди говорят, если надо ускориться, то есть это уже по совести, да, идет. Далее. Про месяц я сказала заканчивание. То есть в фабрике есть тот плюс, что вы не общаетесь с людьми.
Если вы работаете в магазине, вам приходится по-любому общаться, знать базовые знания, но как бы языка должно быть у вас больше. Если вы все-таки фабрики, то есть это у вас более механика идет, вы устаете, конечно, у вас более выносливость такая должна быть, но вы молча, да, вы пришли, вы сделали, вы ушли. Такие вот есть разницы. Устраивают не только на фабрике, на разные пакования продуктов, то есть просто наклейки. Также никогда нельзя верить этим ворку. То есть можно, но они так делают тонко, знаете, с такой стороной, как бы двухсторонней. Говорят, что... Заманивают. Заманивают, да. Вот вы спрашиваете, допустим, фабрика. Что нужно делать на фабрике? Работа мануальная. Клеить наклеечки, там что-то поправлять бутылочки. В основном это будет упаковка вот такая вот без конца. Либо вы что-то клеите, у вас постоянно на пальцах крип липает, и на вас кричат быстрее, 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 да? И это все должно быть на таких больших палетах для парней. Если девушки делают мануально, в основном парни дают такую тяжелую работу, там что-то крутить тяжело, носить большое, ставить на палеты, допустим, ящики вот эти все. Там хорошо, если это чаек, да? А если это бутылки с алкоголем, то если их там по 6 штук, извиняюсь, по 1,5 литра по литру, то есть тягать вот так вот несколько часов. Секунд, 8 часов, это очень сложно. Повторюсь, берите одну смену на пробу, и каждый потянет, а иметь кару за такую работу не каждый хочет. Вот такие вот плюсы-минусы работы фабрики. Также хочу сказать вам основной плюс, который мы узнали позже, но это была для нас очень классная новость, о том, что в конце года вы получаете листочек, на котором написано ваш налог, сколько вы можете вернуть. То есть в Польше есть такой огромный плюс, вы создаете себе как бы регистрационный номер, и подаете, приходите с этим листиком, потом в конце, даже если вы поработали 2 дня, вам какие-то там злотых 20, определенный процент возвращается. Вы заполняете полностью все листики, ну, листики, документы, там в срочечках полностью, ваши налоги, плюсы и минусы, в общем-то, там поймете, там обычная математика, все ваши данные, и вы получаете еще сверху возврат каких-то средств. То есть это, ну, в пределах 10%, пусть где-то так, да, там, по-моему, даже выше 10%, но я считаю 10%, чтобы как-то и себя не расстраивать. И также зависит процент налога от количества заработка. То есть, если у вас в месяц заработок будет выше 2000, и он как-то так насчитается, то у вас будет процент налога возврата меньше. Но чем больше вы получаете в месяц, тем меньше вам возвращает налога, но налог вернется по-любому. И вернется, если вы получите документы о том, что листик, да, для подачи на налог получите в январе, вы подаете этот листик, допустим, в том же январе-феврале, вы возвращаете налог потом в течение 2 месяцев. То есть он приходит март-апрель. Ну, мелочь, а приятно, скажем. Вот. Поэтому такие вот плюсы-минусы работы в фирме Teamwork. Думайте сами. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас, оставляйте комментарии. Спасибо, пока!